К отцу, что ли, приехал? К отцу. А, нет его. Он позавчера как в машину багажник загружал рассоды. Опять рассоды? Да кому это нужно? А что, тебя дождешься, что ли? Ну, в магазине это пить стоит. Вите надо. У него, может, кроме этих 600-ок ничего и не осталось. Вон только внук еще. А такой же оболтус. Но вежливый. А ты на меня так не смотри. Жалеть не буду. Сначала мать больную бросила, теперь вот еще отца. Чаился-то? Деньги, небось, нужны? Ладно, пойду я. Послезавтра пора. К Речку вернется. Ты приходил. Тяжело, ладно.